Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. И сегодня мы поговорим о списке инфекций ЗППП. ЗППП – это заболевание, передаваемое половым путем. Какие же инфекции входят в этот список? Ну, во-первых, это широкая группа бактерий, такие как хламидии, микоплазмы, уреоплазмы, сифилис, гонорея. Есть заболевания грибковые, такие как кандидоз. Туда входит внутрь 5 грибков целых, различные рода кандида. Третьей группой являются вирусные заболевания. Туда относятся вирусы папилломы человека. На сегодняшний день имеется анализ на 21 тип вируса. И вирусы герпеса. В основном это половой герпес. И, наконец, последняя. Это простейшая. Эта группа содержит всего один возбудитель – трихомонада. Она имеет жгутик и не относится к бактериям. Антибиотики к ней нечувствительны, поэтому лечится она противопротозоидным препаратом. Какие же анализы необходимо сдать человеку, чтобы исключить весь этот список? Ну, во-первых, сдается кровь, в основном на такие инфекции, как ВИЧ, сифилис, гепатиты Б и гепатиты С. Во-вторых, сдаются мазки на вышеперечисленные инфекции. Какие мазочки сдаются? Ну, во-первых, сдается вот таким одноразовым зондом мазок на стекло. На такие инфекции, как гонорея, трихомонада, в ряде случаев можно увидеть кандиду и воспалительную реакцию. Такой мазочек можно посмотреть в нашей клинике платной КВД за 20 минут под микроскопом после специальной окраски. Второе. Берется ПЦР-анализ вот в такую пробирочку. Делается в течение одного дня на все остальные инфекции. Суть метода заключается в том, что смотрят внутреннюю структуру ДНК любого вируса, бактерии или простейшего, который относится к ЗППП. И, наконец, последнее – это делают посевы. Посевы делаются на среду, выращиваются и определяют чувствительность к антибиотикам. Посевы можно сделать на хламидию, микоплазму, уреоплазмы и гарднереллу. Вот на эти возбудители можно сделать посевы. Соответственно, любой анализ из этого списка ЗППП можно сделать в нашей клинике платной КВД. Мы сотрудничаем с 5 разными лабораториями города Москвы, что делает наш список анализов на ЗППП самым широким в практике венеролога. Также у нас имеется безболезненная методика взятия мазка из мочеполового канала у мужчины. Также в нашей клинике проводится экспресс-анализ в течение 20 минут как на мазка на гонорею трихомониаз, так и крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты Б и С. Поэтому при необходимости обследования и лечения любой инфекции ЗППП обращайтесь в нашу клинику платной КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.